15 мая проходил марафон в Казани. Международный. Вручали подобные медали. Одна из них за 21 километр. Сейчас мы будем гравировать имя участника и время, с которым он пробежал. Создана оправочка специально под медали, большие и маленькие. В компьютере создаем макет. Сохраняем. Экспортируем. Все это можно делать, конечно, с одного компьютера, но со вчерашнего дня как осталось, так и делаем. Так, чуть-чуть не то. Экспортируем. Екатерина Сафронова. Проверяем. Екатерина. Ну, по этому образцу. Выставляем медальку ровненько. Есть такая педалька. Можно нажать на педаль. Отлично. Сейчас я ее протру, ветошью, и будет готово. Ну вот. Получилось очень хорошо. Уже более 300 марафонцев имеют подобные гравировки.